Добрый день, друзья. Понедельничная программа по трейдингу, которую веду я, Георгий Вербицкий. Ну, собственно, поехали. Чтобы сначала какой-то контекст задать, ну, контекст сейчас вполне очевидный всем. Все растет. Что-то растет больше, что-то растет меньше, но в принципе все растет. Ну и понятно почему, да, бесконечные стимулы, бесконечное вливание денег в систему иного дать и не может. Что интересно, ну, сегодня мы поговорим поподробнее про рост металлов, сегодня проговорим поподробнее про рост биткоина и про падение биткоина, которое случилось буквально вчера, достаточно резкое, и что, собственно, с этим делать. Вот, ну, надо понимать, что постепенно вот эта инфляция активов, она доберется и до конечного низового потребителя, и все товары, которые мы с вами знаем, они будут тоже очень серьезно дорожать. Вот это надо понимать, да. И надо понимать, что ваш портфель, вам нужно обгонять вот этот, собственно, ну, как бы инфляцию. Я не буду говорить, что это инфляция, потому что цифры инфляции, они как бы занижены искусственно, потому что они считаются по тем продуктам, которые просто вот, ну, такие потребительские совсем, да. А на самом деле есть определенные, как бы, вещи, продукты, которые очень сильно растут сейчас. То есть буквально вот недавно встречался со своим хорошим знакомым, который сказал, что стоимость программистов, ну, он занимается, у него есть свой стартап, он нанимает программистов, он мне сказал, что стоимость программистов выросла в два раза за последнее время. Да, то есть очень велик спрос именно на людей, которые действительно умеют что-то делать, действительно качественно могут выполнять какие-то задачи. То есть, ну вот, в целом рост по отрасли очень сильный, как он говорит. Вот. И это при том, что все равно людей не хватает. Ну и постепенно, вы понимаете, все это будет спускаться вниз, и сейчас мы уже видим эту историю. Так что в ситуации вот этого бесконечного роста очень важно не жадничать, не заходить с большими плечами и быть всегда готовым выскочить. Вот это очень важно, поэтому, пожалуйста, призываю вас сохранять всегда хладнокровие, спокойствие, делать тестирование по рискам, то есть за всеми своими позициями очень аккуратно наблюдать. Вот в это время это нужно делать особенно тщательно. Ну окей, давайте поговорим про конкретные тикеры. Начнем с ЕС, как обычно, S&P 500. Здесь, в принципе, ничего интересного, потому что все то, что я говорил на прошлой неделе, аптренд, есть очевидные предпосылки, что он будет ускоряться, но это я говорил после вот этих двух импульсов. Собственно, они реализовались. Сейчас аптренд продолжается. Заходить сейчас — так себе трейд, может быть, только краткосрочно. Такая быстрая сделка с фьючерсами, с плечом. Но не все это могут. В общем, я бы воздержался пока от каких-либо историй, связанных с S&P. А будут и другие сетапы. Те, кто зашли вот здесь или вот здесь, собственно, просто ждите. Сейчас тренд работает на вас. Нефть. Собственно, нефть дала импульс на сильной, перед этим такой плотной сжатой проторговке. Наверное, сейчас все-таки смещение вероятности вверх, потому что все-таки общий тренд вверх и плюс выход из проторговки вверх. Но если посмотреть ширину этой вот всей формации, она достаточно широкая. И импульс, ну, он, конечно, вышел за ее границы, но по отношению к ширине всей этой формации импульс не супер большой. Вот, поэтому, наверное, рекомендовать что-то делать здесь я тоже воздержусь. Все-таки есть факторы как за какую-то позицию, так и против. Так что в целом они более-менее друг друга уравновешивают. Так что воздержаться рекомендую по нефти. А вот с биткоином интересная ситуация, которая произошла буквально вчера. Биткоин очень сильно обвалился, ну, как, впрочем, и весь крипторынок, да, от уровня 60. Причем, как развивались события, да, вначале был пробой предыдущего хая, который предшествовал которому долгая аккумуляция, ну, как долгая, достаточно долгая аккумуляция, несколько дней на уровне 60 как раз, потом был импульс вверх и потом был разворот. Почему произошла вот эта вот история, то есть сильное снижение? А потому что здесь было очень много ожиданий, вот очень много ожиданий было, что дальше все ускорится. Собственно, в принципе, технически ускорение выглядело вполне себе логичным. Тем более, что вот здесь вот была консолидация. И когда произошел пробой, вот здесь вот, видимо, не поддержали покупками, собственно, как все ожидали, технически. И это все вылилось вот в такую историю, как возврат до 60. Ну и, соответственно, возврат до 60 подразумевал, что, ну, как бы не то, что подразумевал, конечно, но 60 очень важный уровень, и как только мы его пробили, потому что это уровень предыдущих раз, два, три, вот трех точек таких ключевых,
Вот. Как только мы его пробили вниз, соответственно, начался пролив. Причем этот пролив был на выходных, то есть институционалы не могли покупать, как это обычно бывает, плечевые позиции все были ликвидированы лонги. Прострел был аж почти до 50, там 51,5, на фьючерсах даже больше. В общем, сейчас рынок вернулся. Ну, очевидно, что это была оверреакция, это 100%. Рынок вернулся на уровень 57. Но хочу обратить ваше внимание, что вот этот вот уровень 60, он продолжает являться ключевым. И пока цена находится ниже него, ожидать какого-то ускорения, ожидать какого-то сильного смещения вероятности вверх, я бы не стал бы, несмотря на то, что этот пролив выкупают, все может быть примерно так. Вот так. Вполне себе. И вот эта вот формация, которая вверху была, она, честно сказать, мне совсем не нравится. Это значит, что там покупателей как-то пока особо и нет. В общем, я бы, наверное, бы открывал бы хеджирующие позиции сейчас. Как только цена дойдет на уровень 59, на 60, вот оттуда как раз прям просятся хеджирующие позиции вниз. Хеджирующие, соответственно, если у вас есть базовый актив. Если у вас нет базового актива, то это в любом случае для вас будет спекулятивная история. Открывать ли шорты по биткоину? Ну, я бы не стал бы, наверное, рекомендовать такое, потому что шорт — это всегда более опасная история, чем лонг. Но это для самых, что называется, смелых. Если мы увидим действительно какую-то аккумуляцию на уровне 60 и потом пойдем вниз, там будет, в принципе, неплохой сетап. Вот. Но пока этого сетапа нет, посмотрим. Сейчас ситуация очень неопределенная. И вообще, в целом, биткоин несколько месяцев находится в такой фазе, где торговать его, ну вот пару месяцев, да, март и апрель, торговать его довольно сложно. Довольно сложно, потому что нету мании, да, все уже немножко остыли. И, конечно, он продолжает еще расти, понятное дело, но уже вот эта структура этого роста, она очень сложная для входа. Ну, в общем-то, это окей, потому что мы, в принципе, хорошо его торговали, когда он находился в ярком бычьем тренде. Сейчас все не так, и это нормально. Собственно, фаза рынка, те, кто у меня учился, смотрел мои ролики, знают, что фазы рынка, они достаточно красиво сменяют друг друга. И сейчас как раз фаза рынка, которая обычно следует после хорошего трендового движения, когда там, в принципе, практически нет смещения вероятности, заработать довольно сложно. Информация о полезных сервисах, ресурсах и возможностях для инвесторов и всех, кто управляет своими деньгами. Наверняка вы уже задумывались о формировании своего инвестиционного портфеля. А может быть, уже управляете им. В любом случае, вы уже знаете, что для того, чтобы портфель оказался прибыльным, необходимо тщательно выбирать инструменты инвестирования. А чтобы покупка оказалась правильной, придется разбираться в финансовых документах, графиках и формулах. Специально для помощи в решении этих сложных задач создан сервис RIDE. Робот проанализирует множество самых крупных компаний в стране, выберет и порекомендует лучшие из них. С 2016 года RIDE помогает тысячам инвесторов и делает это успешно и законно. Акции каких компаний могут быть в вашем инвестиционном портфеле? Узнайте на rg.ht. Сервис бесплатный. Ссылка на сервис RIDE в описании под видео. Золотом все, в принципе, также двигается в том русле, в котором я и описывал на нескольких предыдущих наших выпусках. Собственно, вот оно, второе дно. Первое движение было до 1760, и второе движение пошло куда-то вот сюда. Я считаю, что это начало движения на уровне 1850, вот сюда. Соответственно, если вы взяли вот здесь, сидите дальше. Собственно, если вы попробовали взять еще раз это движение, как раз на прошлой неделе, когда в понедельник оно началось, тоже сидите дальше, потому что цель вот здесь. И до нее мы можем дойти, в принципе, достаточно быстро. То же самое с серебром, не буду его открывать отдельно, но там то же самое. Давайте немножко про российский рынок поговорим. Здесь не так все очевидно. Ри продолжает колебаться в диапазоне. Я, в принципе, ждал возможного пробития, если доллар уйдет вверх. Но доллар откатил, пробитие не случилось. Технически это коридор пока. Здесь вот верхняя граница на 148. От нее можно продавать. Доллар-рубль. Не получилось вот этот разбег, он взял и потом затормозился. Опять же, там геополитика вроде немножко успокоилась, но все равно пока что не вернулись вот в этот диапазон, ниже 75,5 где-то. Все равно это пока лонг по доллару, так что пока держите, если вы держите доллар, держите его дальше.
пока нет признаков разворота. Хотя есть некоторые, конечно, вот эта вот болтанка, она, особенно вот эта свечка вверх, которая потом с суперобъемом, она потом закрылась как разворотная, она, конечно, говорит нам за вниз сейчас. Но видите, есть разные факторы, которые влияют на общую картинку. В общем, пока все-таки мы видим, что тренд всегда у нас доллар дорожает к рублю, и, соответственно, мы вроде как вышли из этого канала, и это сейчас является определяющим. Если мы зайдем в этот канал обратно, там уже будет не такое ярко выраженное смещение вероятности вверх, поэтому можно будет где-то даже и избавляться от позиции по доллару. Но пока этого не случилось. Палладий. Тоже у нас разворачивается трейд, про который мы говорили. Сначала мы говорили вот где-то вот тут, потом он немножко упал. Ну и, соответственно, продолжил рост, как я и рисовал на стрелочке. То есть, в принципе, здесь есть потенциал. Палладий может сильно вырасти. Так что смотрите сами, решайте сами. Заходить сейчас придется с большим стопом, поэтому надо было делать это раньше. Но если вы уже сидите в позиции, то сидите дальше. Палладий может вырасти. Не исключу, что он здесь немножко проболтается, потому что слишком резкий разбег взял, но в итоге я думаю, что он будет существенно выше. Ну и в завершение хотел напомнить, что у меня есть телеграм-канал, ресурс, который называется Георг В. Лайф. Это, собственно, название телеграм-канала, где периодически я делаю посты, ну, с какой-то более-менее актуальной рыночной информацией. И кроме того, мы недавно перезапустили сайт h2t.ru. Там сейчас находится такой же комьюнити, такая же площадка, где каждый может высказаться, тот, кто торгует, занимается этим достаточно долго, может высказаться и написать что-то на актуальную тему или обсудить. Так что вы можете зайти на сайт, посмотреть, там уже есть материалы, и мы планируем, собственно, достаточно активно развивать этот сервис и дальше. Вот. Ну и традиционно хочу вам пожелать хороших сделок и удачи на этой неделе. До встречи. Фондовый рынок, мировая экономика, инвестиции в недвижимость, новые технологии для торговли на биржах, сервисы для частных инвесторов, аналитика и прогнозы 2021 года. Три дня на канале Финверсия ТВ ведущие эксперты и финансовые аналитики России обсуждают эти и другие темы, отвечают на вопросы зрителей канала и делятся своими ожиданиями от рынка в прямом эфире. Организаторы финансового онлайн-марафона – канал «Финверсия» и аналитический центр «Бизнес-дром». Специальный партнер марафона – Санкт-Петербургская биржа. Партнер сессии – инвестиции в зарубежную недвижимость «First Class Home». Партнеры марафона – Global Factoring Network, Alga Capital, Goldman Group, Мосгорломбард, М-Кварта. Информационные партнеры марафона – журналы «Банковское обозрение», «Профессионал финансы», «Национальный банковский журнал», «Банковское дело», «Банки и деловой мир». 10% всех поступлений от спонсоров и партнеров марафона и 100% поступлений от зрителей будут направлены на лечение российских детей. 20, 21 и 22 апреля финансовый онлайн-марафон «Новые инструменты для частных инвесторов» на Финверсия ТВ.